Привет, это школа воркаута, и да, наконец-то это случилось. Мы обновили курс по тренировкам дома. И да, самое время, сейчас зима, а тренироваться нужно. И можно эффективно с нашим курсом. Поэтому, если ты уже счастливый владелец нашего курса по тренировкам дома, то обязательно напиши нам на почту, и мы поможем тебе обновить его до новой версии абсолютно бесплатно. А если у тебя его еще нет, то у тебя последний шанс приобрести его по старой цене перед обновлением и получить это обновление, опять же, бесплатно. Итак, вам, наверное, интересно, что же изменилось? А изменилось на самом деле очень многое. Мы добавили 10 абсолютно новых программ тренировок, и они составлены не из старых упражнений, которые вы уже видели, а из абсолютно новых. Поэтому новые ощущения вам обеспечены. Благодаря этому количеству тренировок общий размер курса увеличился в 2 раза. А это значит, что теперь перед сезоном вам будет чем заняться. Изменение номер 2. Мы добавили огромное количество кардио-упражнений, а это значит, что теперь тебя ждут и кардио-тренировки, и смешанные тренировки именно с добавлением большого количества кардио. А это очень хорошие новости, если ты уже успел заплыть жирком. И вот таким вот плавным способом мы переходим к изменению номер 3. Как раз для тех, кто хочет похудеть или набрать, без разницы. Помните тот самый легендарный огромный блок по питанию, который содержит в себе вообще все нюансы о питании в базовом курсе? Теперь такой блок по питанию есть и в тренировках дома. Можешь набирать, а можешь худеть. Изменение номер 4. Часто в тренировках дома не хватает нагрузки, хочется пожестче и побольше. Именно поэтому мы добавили больше программ тренировок в уровень профи и в уровень элита. Изменение номер 5. Вы уже знаете, что в курсе по тренировкам дома есть сплит-тренировки, а есть круговые тренировки, интенсивные достаточно. Теперь вы сможете их комбинировать в тренировочных планах. Мы добавили огромное количество тренировочных планов с старыми и с новыми программами тренировок. И теперь вы можете выбирать из уровней типа нагрузки, а также подбирать частоту тренировок и интенсивность. Ну и последнее, 6-е изменение. Мы добавили VIP-доступ к тренировкам дома. Теперь, если ты не уверен в своей технике, снимаешь себя на телефон, как ты тренируешься дома, присылаешь в специальный чат, и я разбираю твою технику. А также, если ты не уверен, что и как тебе нужно делать, если ты не уверен, какую программу тренировок лучше выбрать, также все вопросы можешь задавать туда. Более того, первые несколько дней после обновления мы сделаем цену максимально низкую, именно на VIP. Поэтому поспеши. Все ссылочки на этот прекрасный курс ты найдешь в описании этого видео. Я надеюсь, совсем скоро тебя там увижу. И погнали тренироваться.